Чайник ноет и плюет. На окне обрывки книжки, фаршированные пышки, шведский яблочный компот. Поэт Серебряного века Саша Черный, 1922 год. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Наш сегодняшний рецепт для любителей питерских пышек или московских пончиков. Для любителей этих вкусных, жутко ароматных маленьких кружочков. Итак, сегодня мы готовим жареные пончики, ну или по-питерски пышки. Для начала надо просеять в миску муку. Муку лучше взять мелкого помола мягких сортов пшеницы с содержанием белка выше 11%. Обычно это пишется на пачке. Тогда ваши пончики будут воздушные, мягкие, легкие. Но не бойтесь экспериментировать. Я сегодня взял, например, муку итальянскую с маркировкой 00. И вторая мука у меня манитоба. Это, как сказали бы пекари, сильная мука. Насыпаем в сито муку. Сначала 00, а теперь насыпаем манитоба. И просеиваем. В большую миску я наливаю теплое молоко. И насыпаю сахар. Добавляю дрожжи. И все размешиваю вилкой. Продолжая размешивать, мы добавляем в миску экстракт ванили. И по одному 2 яйца. Продолжая размешивать, мы начинаем по одной ложке добавлять муку. Когда тесто станет достаточно плотным, мы насыпем в него соль и положим масло комнатной температуры. Постепенно досыпаем остатки муки и размешивать тесто будем уже просто рукой. Присыпаем рабочую поверхность мукой, выкладываем на нее тесто и вымешиваем минут 10-15. Тесто лучше вымешивать тыльной стороной ладони. Так вы будете меньше уставать. Вы его кладете, оттягиваете и сворачиваете. Кладете, оттягиваете и сворачиваете. Полученное тесто должно быть упругим и слегка прилипать к рукам. Если мы на него нажимаем, оно возвращается обратно. Теперь я убираю тесто в миску и накрываю пленкой. Убираю в место, где нет сквозняков, на 2 часа. Прошло чуть больше 2 часов. Я достал тесто, убираю пленку, присыпаю руки мукой и перекладываю тесто на рабочую поверхность. Раскатываем тесто по доске. Толщина теста должна быть приблизительно 1-1,5 сантиметра. Из теста я буду вырезать
кружки кулинарным кольцом диаметром 8 сантиметров. Если у вас нет кулинарного кольца, то вы можете взять просто обычный стакан. А центр пончика я вырежу кондитерским наконечником для крема диаметром 3 сантиметра. Опять же, если у вас нет такого наконечника, вы можете использовать обычную пробку от бутылки. Перекладываем пончики на квадратики с пекарской бумагой и раскладываем их на противне. Оставшееся тесто я снова вымешиваю и делаю еще новые пончики. Противень с пончиками я накрываю полотенцем и оставляю их в таком состоянии где-то минут 40-45. На плите разогреваем в кастрюле подсолнечное масло до температуры 170-180 градусов. Начинаем жарить пончики, причем опускаем их в масло вместе с бумажкой. Жарить можно сразу по 2-3 пончика. Аккуратно пинцетом убираем бумажки. Пончики переворачиваем на другую сторону. Пончики выкладываем на крафтовую бумагу, чтобы стекло лишнее масло. Пончики готовы. Их можно просто присыпать сахарной пудрой и съесть. Но я люблю их присыпать сахаром. Берем пончик и обваливаем его в сахаре. Вот так легко, просто можно приготовить замечательные, жутко вкусные, жутко ароматные пончики. Ну а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!